Ежегодный конкурс социально значимых проектов стартует в Новосибирске. Сумму гранта мэрии за один проект в этот раз увеличили до 250 тысяч рублей. Чтобы помочь всем желающим оформить заявку правильно, сегодня провели семинар, на котором рассказали об особенностях конкурса этого года. В нем три номинации. Подать заявку могут некоммерческие организации, активисты ТОСов, а также религиозные и национальные организации. С каждой из групп будут работать отдельно. Проекты должны касаться таких направлений, как социальная поддержка населения, экология, межнациональные отношения и так далее. Прием заявок начнется завтра и продлится до 7 февраля. Здесь работа конкурсной комиссии – выбрать наиболее социально значимые, наиболее технологичные, наиболее охватывающие больше аудиторию, либо территорию проекты. И поэтому в рамках конкурса идет вот такое соревнование, кто наиболее интересный, наиболее актуальный окажется в этом году.